Анекдот, короче, анекдот. Две девушки такие сидят, что-то одна грустная, что-то, ну, задумчивая, вернее, это такая, ты что, говорит, задумчивая? И да понимаешь, вчера пошли с подругами тусовать. Сначала выпили по коктейлю, потом захотели кататься на каруселях, катались, катались, потом еще по коктейлю, потом еще, потом я ничего не помню. Пришла домой, очнулась без трусов. Он говорит, ты что? Говорит, я очень надеюсь, что трусы еще на карусели сдуло. Хотите посмотреть, как кораблик крутой плывет? Ага. Видите, как паркуется. Там еще один стоит. И тут еще один. Вот такая вот жаришка. Так, а как у вас дела? Поставьте, пожалуйста, лайк и напишите свой любимый анекдот. Спасибо.